Просто не могу вообще. Ты ебанутый человек какой-то. Ты чё, это реально? Я понимаю. Ну, если ты мне фрап включишь. Щербинь, бля, алё, ты ёбнутый? На полный пиздец. Он, подожди, ему еще хуже стало, он, походу, что-то замышляет. Блядь, хватит плакать, слушай, ты, блядь, можешь вести себя как мужик? Ой, короче, случилось. Да, блядь, то ли он задыхается, то ли он дохнет, то ли он, сука, пьян плачет. Ему просто пизда. Ну, как всегда, выхранулись, я сразу переселился в Форж, который ей 330 ед. Все тихо, хватит. Леса, соберись, тряпка, и хватит плакать уже. Давай, зевни еще раз, наверняка что. Идиот, я последок врезался и запоролся. Щербин, ты живой? Я почти. Блять, сука, он... Да, он весь обсоплился уже. Алло, Щербинин? Да все хорошо. Опять новая стадия. Блять, ты можешь, сука, не плакать, а? Может, тебе капельки какие-нибудь дать там от глаз, от носа? Ты там помираешь медленно. Может, ты ядом траванул с каким-нибудь? Тем тут что-то подмешал, какой-нибудь хлороформ. Живот. Блять, ты что, беременный или, я не знаю, у тебя гастрит там или... Хуй там сейчас... гастрит есть. Ну, у меня тоже он есть, но, блять, это не повод плакать. Блять, подожди, кому алло, кляп в рот? Кому кляп в рот ставили, подожди. Подожди. Люд, салфетку принеси. Контужился, сука. Идиот, ты не представляешь, что у меня на столе сейчас весь телек. Блеванул? Замочил свою. Щербин опять помирать начал, блять, после этого. Пиздец, ну. Я во рту не удержал. Короче, сейчас звоню 03. Блять, Саня по Сашу Грей косит, я во рту не удержал. Этот поняет, тут плачет. Люда водей плачет. Блять, мне нравится, он новая стадия, он выключил микрофон и решил не палиться. Щербинин, блять, ты можешь... Не, плавало, все это в моче просто сейчас. Сука, я сказал, что гастрит не повод плакать, у меня просто изо рта все полилось. Зачем закрывать мою любовь? Зачем топтать мое говно? Фух, я на месте даже стоял в игре. Щербинин, блять, ты живой? Он сдох уже. Щербин, включи микрофон, я за тебя переживаю, реально. Я если не услышу твоего плача, я подумаю, что загнулся окончательно. Сань. Сейчас завещание будет говорить. Давай. Чё кому? Слушай, завещай мне футболочку там с Щербининым. На память оставлю. Скайп, открой картинку. Сука, он ебанутый просто. Он в ноль вообще. Знаешь, как Саня сейчас в дрифте картинку открывает. И причем, нажимая кнопки на забрызганные спермой клавиатуре. Ну ладно. А, алло. Все, у него опять пиздец. Щербин, блин, ты можешь какую-нибудь таблетку от живота выпить? Я не знаю, там аспумизан, говорят, помогает очень сильно. Если... Ты посмотри на картинку, знаешь, плохо мне или нет. Там фотка твоя, что ли? Ты сфоткался на веб-камеру? Живот сфоткал. Бля, я, конечно, не могу посмотреть, мне просто фрапс пишет, но... Ну я верю. Не, я сейчас это смонтирую и выложу на канал и в новости на группе, так что. Ты теперь официально потек. Чё потек? Я говорю, Щербин тебе официально потек. Чё потек? Тайм-код. Сука. Друзья, ты записал, когда ты хлебнулся? Я не помню. А, да. Так что вы оба попали, ребятки. Пока у меня тут стул не упал, я со стула не ёбнулся, пока вы только ты попали, вы. По-моему, он уже переигрывает, он понял, что его записывают и решил уже повыебываться до конца. Подожди, в собаку превращается, у меня сейчас одышка, как у собаки. Чё, сервак открыл новый? Да, вот знаешь, собаку уводит погулять, как Женя, такие... Вот у меня сейчас то же самое было. Он какое-то, блядь, животное. Человек. Не человек, я фонтан.
Я же не человек, я фонтан нахуй. Ой, бля, сука. Как это назвать, а? Умирающий Щербинин? Не знаю, какой играющий, он не играет. Щербинин, я говорю, умирающий, ты слышишь меня вообще? Ты помешался на своих? Может, он реально там подыхает, может, он подожди, Илья. Бля. Щербинин? Хоть слово скажи. Все, он задохнулся нахуй. Что он сказал? Он говорит... Щербинин, можешь нормально не переигрывать там публику? Тут. Щербинин, ты же... Да? Все, это уже не он, это какой-то, блин, другой Щербинин. Не, на самом деле, ответь, просто мне страшно. Да тут я, тут уходи, дай достерить. Что с тобой? Реально болеешь? У него живот болит, я говорю. Я чихнул один раз, и здесь простянул на 10 минут, это нормально? Да, на 10 минут, я уже полчаса пишу. Тихо, тихо, тихо. У него опять начинается там, завелись там вошки какие-то, блядь, мандавошки в мозгу. У него реально колет в груди. Да, колет в груди сейчас. Такой сейчас, блядь. Нет? У него туберкулез начался. Да у него астматик хуев. Все, подох. Дыши ровненько, Щербинин. Чего ровненько писать? Говорю, дыши ровненько, Щербинин. Твин? Блядь, ну заебись просто. О, Щербан, так не пугай. Да. Вот я уже скорую вызвал, она к тебе едет. Улица Бакирских комиссаров, дом 63. Коммерсантов, идиот. Не угадал. 28. Нет. 22. 33. Нет. 6. 15. Нет. 4. 58. Сука. Я знал. Да, знал. И сознательно говорил неправильно. Щербинин, можешь сдохнуть последний раз на бис, и я выключу запись? Сдохни на бис. Сука. Он окончает как-то, по-моему, что-то там, блин, и дохнет, и задыхается, и чихает что-то, и там... Живот. У него реально или беременность, или туберкулез. Да, живот. Педофил. Да, педофил. Не знаю, не знаю. Что-то какие-то хмурёнки. Что-то какие-то хмурёнки. И нахуй хмурёнки, ёбнуты, что ли? Алло. Да-да. Ты ёбнулся, что ли? Да. Алло. Да-да. Ты в порядке? Да, в порядке. Ну, то есть я выключаю запись? Да, все, хватит.